И всем привет, с вами Банда ТВ. И сегодня мы играем в игрушку под названием Blever Stars. Да, я играю в эту игрушку. И мы будем сегодня играть в парное столкновение. Новые события через 1 час, понятно. В этой игре меня зовут Банда ТВ, стоило 37, я начал сегодня. И, кстати, делал стрим на Сути Фри ТВ. Это был мой друг, и мы сегодня играли в командную игру. А мы пока что сразу идем. Стоп! А, у меня выключен звук. Так что все нормально, все нормально. Вы будете слышать только мой голос. Наш напарник. О! Он додумался кинуть что-то. Да что это кто вообще? Пум. Пум. Все. Надо сейчас вот то убить. Я не люблю. Мне нравится этот юнит, потому что он может далеко стрелять. Если еще все пули попадут, то это мощно будет. А вот минус этого режима здесь есть. Вот 30 тысяч хп, он дамажит по 700. А, на панике где? Вот он, кстати. Меня завалили. Ладно, на через 15 секунд мы возродимся, если наш напарник не умрет. Видали, как надо? Сейчас я буду ждать. Ой, короче, появится сейчас робот, и я просто буду ждать. Ой, ее робот валит. Да, мы выиграли. Уже сразу, до начала видоса, это и мы выиграли. Это точно уже знает. О, 7-й ранг. Вот, Кольт его зовут. 50 плюс еще 100, сразу открываем пакетик. Открываем. Монеты. Ну, в принципе, усиление. Не так уж и клево. Ладно, играем еще бой. Кстати, завтра будет стрим Акроса с Free TV. Приходите 5. Я буду, когда буду делать стримы на других каналах, выкидывать видосы, типа, что стрим на другом канале. А что он вообще здесь сидит? Ну, ой, его забыли. А, я шмальнул случайно. Так. Бежим. Бежим куда-то, бежим. А, тут ничего. Ну ладно, бежим туда. Это вроде бы первый, только второй скин. О, там ящик. И это очень опасно. О, робот, видите? Я сейчас убью робота. Подожду, пока робот догонит ее. Оп! А так. Уйди от меня. Уйди. Ну вот. Вот видите? Это специально. А, я настроил. Короче, это специально такое. Когда бежит робот. Яркий солнечный закат, он освещал морской прибой, и мне за ним бы наблюдать, но ты влюбилась в меня с той. Что нашла во мне, скажи, ведь нету даже ни гроша. Да вон, смотри, карман зашит, я сам в душе.
все не пойму. Ладно, все, кто посмотрел этот видос, спасибо за просмотр, всем пока!